В Болградском районе прошел мини-фестиваль национальных традиций «Трифон Зарезан». Мини-формат в этом году был выбран ввиду карантинных ограничений. Однако это не помешало организаторам создать настоящий яркий праздник. Этот фестиваль первый из четырех, который ежегодно проводится в Болграде и приурочен ко дню святого Трифона, покровителя виноградарей. В основу фестиваля легли балканские традиции и обряды, связанные с обрезкой винограда. Праздник начался у центра болгарской культуры. Был избран царь Трифон, главное действующее лицо праздника. На него возлагается большая ответственность. Именно он совершает ритуальную обрезку винограда и желает виноделам и виноградарям хорошего урожая. В этом году честь быть царем выпала Сергею Станеву, опытному виноградарю из Болграда. Праздничная процессия отправилась на следующую локацию фестиваля – на винограднике Винхол Аксамитная. Да дава Бог! Богат урожай, ты зеваште лузя. Всичко то время да бъдет пълни с грозди, като тя беклица с вино. Заповядайте. Туи е ройно вино, кусайте го, сета и да бъде. И у вас пълни бъчви. На здраве! Тут прямо в поле священник местной церкви отец Константин провел службу и благословил виноделов на труд, а также всех присутствующих. Несколько групп туристов под присмотром бывалых виноградарей смогли обрезать лозу и взять веточку на память, тем самым продолжить древнюю традицию. Зада не губули. И ще полеем с маленько винци по традицията на нашите дядовци, дето поливали и се надявали, а че полето с вина лоза, пак ще даде вино. Затем под руководством царя Трифона праздничная свита объехала несколько частных виноделов в Болграде – Юрия Грекова, Михаила Фучиджи и Сергея Русева, участников и дипломантов Международного винного фестиваля в Болграде. Добре заварили! Добре заварили! Честит праздник Трифон Зарезан! Честито и на вас, пулая да вие! Здрави и късмет на тази къща! Много реколта през тази година! Много грозде! Много вино през есента! В каждом дворе проводилась ритуальная обрезка, обмен поздравлениями и караваем между гостями и хозяевами и застолья. Все это оформлялось живой музыкой и, конечно же, традиционным танцем хоро. Кроме Болграда, праздничные мероприятия проходили почти в каждом селе Болградского района. К сожалению, из-за карантинных ограничений на центральной площади города не было уже привычной болградцам и гостям города сцены и ярмарки. Однако организаторы все же смогли провести фестиваль, чтобы поддержать традицию и туристический потенциал Болграда.